Итак, подготовили полы. Семен сделал стяжку. Теперь вот такую вот раскладочку сделали. Приблизительная. Здесь у нас конус идет. Уходит конус. Вот, чтобы для того, чтобы здесь сделать нам все. Все прямые резы. Вот вход в одну дверь 2 сантиметра. Здесь 2, здесь 2. Здесь у нас идет лестничный марш. Это мрамор. Должны подойти к мрамору. И вот выход еще 2 сантиметра. И вот противоположная стенка. Тут у нас вышло где-то сантиметр. Ну что ж, закончили мы здесь класть плиточку. Это у нас коридор, прохожая. Здесь у нас будет санузел. Скоро тоже начнем полы. Кинули одинаковые. Вот. Так у нас получилось все. Подошли к ступеньке. Далее у нас идут полы на первом этаже. Здесь уже объем побольше. Здесь уже хороший объем. О, Семен. Перетаскиваем плиточку. Снимаем парафин. Сразу же. И еще. Да, и складываем надежное место. Здесь просто уже отделка сделана. Вот. Поэтому к стенке нельзя притуляться. И все на кухню сносим. К стеночке. Всю плитку клали. Уже вот сколько сделали. Да, вот они полы тут где-то 80 квадратов. Сейчас начнем. Да, кстати, здесь еще санузел тоже. Вот он. Будем делать. Да, такой вот санузел. Довольно-таки не маленький. Здесь у нас будет душевой поддон без бордюров. То есть все на уровне делается. И углубление. Постепенное углубление в общем полу. Вот такие вот у нас объемы впереди. Все. Подписывайтесь, чтобы не пропустить самое интересное. А ты подписался? Давно уже. И вам советую. Да. Все, поехали.